Привет, ребят, меня зовут Ася. В этом видео будем смотреть видео Куплинова, точнее смешные моменты вместе с ним. Игра называется «Интернет-кафе Симулятор 2», и я очень надеюсь, что здесь митболсами ни в кого кидаться не будут. Ну, посмотрим. Вы не забывайте ставить лайки и подписываться, если вам все понравится, только так. И каждый день с 7 вечера по Киеву я веду стримы, заглядывайте, поболтаем, буду ждать. Поехали! А это очередной, не знаю какой уже по счету, 50-й бизнес, который попробуем мы с тобой развить. Так, здравствуйте, здравствуйте. Ага. Вот, да, близнецы. Где ваш парный велосипед? Народ. Что это такое? Так, это я где-то рядом с клуб, наверное, потому что это и прям... Да, колбасер по пояс голый, да, мы сажаем помидоры, да, вырастают огурцы. Подними свои трусцы. Все, заходите, ну реально. Я, кстати, это, если что, финансист по образованию. Ни на что не намекаю, но если что, могу помочь с бизнесом. Крыто, вот видите, все, я все сделал. Во! Раз. Не понял. Что случилось-то сейчас? Это что, конкуренция какая-то? Или что это сейчас было-то? Я что-то вообще ничего не сообразил, забежал чувак. Что-то бузнул мне тут, и у меня все сломалось. Так, отличный, новый, просто прекрасный интернет-кафе открыт. Заходите, иди отсюда, слышишь ты? Синусоида, блядь. О, здравствуйте. Так, секундочку. Нас, так сказать, куда ты пошел? Куда ты пошел? У нас же эти приватные здесь сессии, все нормально. Зашел, один играешь, все тут сервис, сейчас я тебе арбуз принесу. Ну, блин, никто не приходит. Так, мое кафе. Краска для стен за 200. Что такое? Что случилось? Разместите продукты и подготовьте компьютер. Так, секунду. А-а-а! Что это такое? Ебать, прикол. Вы выполнили обучающие миссии, теперь вы можете свободно играть в игру. При желании можете пройти несколько квестов, гуляя по городу. Игра сохранится, когда вы спите. Так, а я не спал, хорошо. Чё, все? Чё, все? Главное меню. Правильно, главное меню? Игра сохранится, когда вы спите. Так, а я не спал, хорошо. Новая игра. Да я тебе, какая новая игра-то, алло? Ну ты чё? Короче, я так понял, что не надо было выходить. Нужно было просто нажать Escape и все. Один час бесплатно чего? Wi-Fi флешки? Squid? Не понял! Чё за херня? Такие стены моднявые. Почему? А чё у вас тут так классно-то? Вы чё? А почему я в гараже сижу? Да. Чувак, наша дела вмешивает свой бездельник. Я сделал тебя одолжать, ты побьешь его за меня. Но мужчина футболка просто семья. Он всегда носит белую майку и лысый. Давай, семья, белая майка и лысый. Так он лысый носит на майку с надписью «семья». Кто-то ну, сказал как бы, это «семья»? Это же нелогично до такого нарываться. Сейчас мне, блядь, за семью и за себя он мне просто... У вас спортивный райончик. Что-то... О, о! Опа. Family. Слышишь? И все, что ли? Так, ладно, подожди, мне кого-то нужно взять на превью. Кого-то где-то как-то взять, я не понимаю. Хотя зачем? Я могу просто на фоне компьютера сфоткаться. Зачем мне кто-то на превью, когда я могу на ней быть сам? Быть сам на ней на фоне классного компьютерного клуба. Я возьму превьюшку клуба со второго этажа, никто не догадается. Что мой клуб, это вот нормальный клуб, ты понял, что это? Ну, слезы это неплохо, на самом деле у меня хотя бы из глаз что-то вылетело. Ну, серьезно, нормальный у меня клуб, что ты, блядь, пристал ко мне? Не, ну, в смысле, ну, вообще-то как бы нормальный, немножко там пошпаклевать, погрунтовать, покрасить, и вот один монитор, второй монитор, во будет. У меня прекрасный клуб. Так, во, нормально. Во, тихо, во, во, фанец, фанец, нормальный фанец. Вот это понимаю, тут хорошо, вот этот прекрасный фон. Типа и люди сидят, и компьютерный клуб у меня, и все прекрасно, и замечательно. Ай, бляха. Да, это мой... Я просто с самого начала не говорил, это мой клуб, я здесь как бы заведующий. Просто я этот клуб уже развил, мне стало как-то неинтересно, все так, знаешь, на мази.
Когда одноклассника бывшего встретила, он такой перед тобой: да, все классно у меня, я там, это мой магазин, это я здесь не продавцом работаю, просто продавца подменяю. Она же уже зашла. А чё, прикол? Они, прикинь, они приходят на маленькую цену, а садятся за большую. Они приходят реально за маленькую цену, а садятся за большую. Все будет прекрасно. Так, кто-нибудь придет сегодня ко мне? Нет? У меня очень дешевый компьютер сегодня. Смотри, очень дешевый, смотри. Опа. Вау, вообще 0,6 в час, я вам отвечаю. Дешевле не было и не будет. Ага. Как финансист-кредитер могу сказать, что с кредитами происходит плюс-минус то же самое. Я ни при чем. Так, фан. Ой, какой фан прекрасный. Везде просто фан? Прекрасный фанчик. Окей. На 3 часа пошел. Так, где купить... Етит, твою же ж мать! Я слышу! Я слышу, спокойно! Давай, забирай. Давай, тихо, тихо, где? Ё-моё, ну ты чё не видишь, что горим? Горим, алло! Алло! Чё мне там запустил, придурок? Мне твои эти ватермарки, блядь, копьют. Конечно, такое смотреть, какое там будет дело до пожара, когда там такое на мониторе, в мониторе, где там... Где грязь, не понимаю. Ладно, сейчас не до неё. Ты в курсе времени сколько, алло? Нет! 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 Эх. А мне деньги-то не отдали! Чувак сидел у меня сутки практически, он должен мне столько денег отдать. А потому что закрывать надо на ночь. Закрывать надо на ночь, закрывать на ночь. Нет, но я не то схватил. Вот и сейчас тут будут швыряться столами. Лучше уж митболсами. Выпустите меня. Дальше по отзывам что? По отзывам, а какое дерьмовое место, Супер Нинтендо для 8-битных игр, все нормально. Он похож на плитку, обтянутую кожей. Посмотри, он просто похож реально на плитку. Вот как есть кожаные какие-то там эти... даже не диваны, наверное, какие-нибудь шкафы, там вот эти ящички. Вот он очень похож на то, что... То есть, понимаешь, сразу подсознательно ты ощущаешь мягкость от пола. Сразу теплоту. Сразу все вот это вот у тебя прям сразу видно и понятно. Вот это, знаешь, анимация вхождения, выхождения с компьютера. О, какой у меня совпадает, смотри, сзади фон. А я просто там сижу. Ты думал, что я там не сижу, что ли? Я здесь нахожусь на работе, алло. О, все четко. И раз. Бля, сорян! Сорян, покемон. Сорян, дружище, Тинки Винки, Дипси, Ляля, Дипси, По. Спокойно, я не специально. Не специально так получилось. Секундочку. 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 Мне это просто не нужно. Что за бред? А, извини! Друган, извини! Я не специально! Не надо драться со мной! Пожалуйста, у меня кафе! У меня интернет-кафе, я случайно... Ты попал под бандитскую шальную пулю! Извини. На теплоту сейчас, по-моему, никто особо не жалуется. Окей. Блядь. Опять пожар, да что? Вот это вот надо родительский контроль на компьютеры ставить. Ну что это вообще такое? Одни потери, одни убытки, одни пожары. Вот это вот ваши 18+. Хэ. Хэ — это скиллы. Физический, либо кафе. Вас знают из-за вашей давней истории, Лора часто, не часто заходит в ваш магазин. Пока не надо. Why are you running? Why are you running? То есть пока я читаю... Да в смысле, блядь, куда ты унёс-то, ты? Ну как так-то? Ну только... Бляха, ну я же... Ну почему? Сука! Ну почему? Ну что за хрень-то? Ну бляха, монитор унес! Я читал про скиллы, которые позволяют у меня меньше чего-то воровать, и меня в это время обворовывают. Ладно. Окей. Ну смотри, компьютеры, кстати, перестали гореть. С компьютерами стало все более... Ой, как запах плохой, только ну-ка кондерчик. Разбросай побольше паклуги, разбросай, разбросай, разбросай. Разбросай, разбросай. Отлично. Кстати, нужно было еще огнетушитель купить. Бля! Опять!
Я его не сам включу. Так, кстати, давайте-ка поставим игры. Давайте поставим игры, пора людям уже и поиграть, если что. Так, Стеем. Кибер The Hot Fix. Окей, хорошо. Так, зомби-зомби, дед... Классный видос, мне понравился, довольно смешно. Я, правда, половину не поняла, что-то где-то кого-то бить надо, хотя ты вроде бы свой бизнес развиваешь, компьютеры горят, там эти 18+, там Стеем, и что-то как-то все странно и непонятно. Но задумка классная, что ты можешь себя почувствовать в роли бизнесмена. Задумка прикольная. Вы напишите в комментариях, что понравилось больше всего вам. А мы встретимся в следующем видео. Пока-пока!